Скажу, а вы меня, может быть, просветите. Короче, есть вот такая вот розетка и одинарные розетки для RG45, для компьютера. Мы ее можем поставить посередине. Вот сюда. Сюда она не влезет просто. Вот мы ее ставим посередине и делаем розетки. Либо вот с Олегом Алексеевичем решили разрезать ее пополам и поставить две розетки здесь, две здесь. Ну, вообще, вот этот вариант лучше, потому что, а то получится у нас вот так вот провода будут тянуться. Да. Вам две розетки хватит? Сколько у вас оборудования подключено? Принтер нам, будет? Нам, Андрей, чем больше, тем лучше, потому что впереди неизвестность. Ну, вот одна будет для компьютера, либо компьютер будет по Wi-Fi, и у вас тогда будет две свободных точки. Так нормально будет? А компьютер по Wi-Fi это не хуже? Нет,